Но почему начнется война? Потому что опять война, Владимир Иванович. Я объясняю как юрист. Так. Поводом для войны будет основание, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Мирным путем все остановили. Санкции, все стоит. Единственный способ начать войну в какой-то части Европы. И потом новый план Маршалла начинаем восстанавливать. Сперва поставки оружия идут туда. Слушайте, идут давайте войска. Какой-то мирный проект предложим. Ну это американский план. Ну пусть строят, мост между Вашингтоном никто и Лондоном. Ничего не будет. Обычный надувной понтонный война. Мост. Готовьтесь к мобилизации. Все, я готов. Частично. Не кричите на меня. Я готов. Если что, я года. То есть денег больше, чем надо. Их некуда деть в Европе. Они свободные. И деньги требуют войны. Деньги стучат. Банки. Деньги не могут лежать в банках. Деньги нужно запустить в экономику. Какую? Оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Вот почему бомбят Донбасс каждый день. Чтоб все было разрушено. Вся Украина и еще Южная Европа. Все будет в развалинах. А Германия будет восстанавливать все. Я опять думаю, это план Маршалла. Это Владимир будет. Вольфович, нет. Вот так все будет. Я...